Штурм, горящие покрышки, слезоточивый газ и куски бетона, летящие в разные стороны. Сегодня утром на улице Варнинской в помещении недостроенного цеха вспыхнул конфликт. Здесь столкнулись интересы двух частных компаний – «Транскомстрой» и «Одесстеплокоммунэнерго». Эта история, как оказалось, уже несколько месяцев. «Транскомстрой» выкупил у одесской мэрии несколько зданий и сооружений на улице Варнинской. Новые владельцы решили построить на этой территории жилые дома, но тут возник второй претендент на участок – «Одесстеплокоммунэнерго». Он заявляет, что является владельцем недостроенного цеха, хотя право собственности на него аннулировали этим летом. Сейчас по этому делу идут судебные тяжбы. Пик противостояния пришелся на утро субботы, когда первые решили снести недострой бульдозером, а вторые начали этому препятствовать. Полиция в сегодняшнюю ситуацию на Варнинской не вмешивалась.